Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Harrier 2004 года выпуска. Двигатель 3 литра бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 254 тысячи километров. Стало не хватать зарядки с генератора. Решили не экспериментировать, снять генератор и перебрать его. Заменить сразу щеточный узел и заменить подшипники передний и задний. Открываем капот и добираемся до генератора. Генератор у нас расположен здесь очень удобно. Ни снизу, ни сбоку ничего не надо. Достаточно все сделать сверху. Сейчас скидываем клемму аккумулятора, чтобы, откручивая с генератора, нам не коротнуть, вытаскивая его, тоже не зацепить, нигде не коротнуть. Натяжка ремня также находится на генераторе снизу. И центральный болт. Все, проводка нам не помешает, немножко ее в сторону отведем, в крайнем случае вот здесь вот мы ее снимем с кронштейна, уберем в сторону и выведем спокойно генератор. Скидываю клемму. Ну что, ослабляем сразу верхний болт, головка на 14. И ослабляем. Вот он, болт у нас натяжителя. Головка на 12. Здесь хорошо с подвижной головкой ключ. Второй рукой поддерживаю, чтобы он не слетал с болта. Если посмотреть, то вот натяжитель, на него хорошо подходит гибкий вал, удлинитель, и им ослабляем практически до того состояния, чтобы у нас ремень легко сошел. Также нам потом легко будет его установить на место. Все, болт я нижний снял целиком, потому что болт натяжителя, видать, грязный, не откручивается. Я сейчас вытащу генератор, мне уже удобнее будет до него подобраться. Смажу, почищу, откручу, прогоню резьбу и собирать уже будет легче. Но в данный момент я могу уже легко скинуть ремень. Вот он. Снимать его полностью мне не надо. Я его в сторону просто убираю, и все, он лежит. Откручиваю верхний болт до конца.
болт открутился, пока его не вытаскиваю, откручиваю питание на генераторе. Головка на 12. А нет, здесь головка на 10. Гаечка на 10. Шайбы нету. Просто снимаем со шпильки, убираем в сторону и нажимаем на разъеме фиксатор сбоку. Стягиваем его вверх, вот сбоку фиксатор, вот этот. Все, у нас проводка освобождена. Теперь скидываем сверху проводку. Либо отверточкой, либо ключиком отводим собачку фиксирующую и снимаем ее в сторону. Все, вот мы можем убрать проводку. Снимаем болт. Генератор можем вытаскивать. Крутим, вертим. Ухо мешает, я немножко его отогну. Все, генератор вытащил. В принципе, подшипники-то у него особо мертвыми и не были. Ни гула, ни рокота нет. Ну, здесь он без натяжки. Ну, раз мы туда лезем, то мы и поставим новый. Генератор в этот раз решил перебрать сам. В мастерскую его не везти. Есть ребята. Стартер-генератор перебирают, делают профессионально. Оборудование есть, запчасти есть. Всегда вожу к ним. Но сейчас сделаем сами. Вот он, щеточный узел. Если заменить только одни щетки, здесь даже вовнутрь лезть не надо. Откручиваем два винта и снимаем щетки. Ну да, все, дальняя щетка изношена полностью. Поэтому ничего удивительного, что у нас не хватало зарядки.
якорь нам, то есть диодный мост нам снимать не надо. Откручиваем шкив генератора. Вот такой вот у меня ключ на 22 с отверстием. Беру головку на 10, которая сюда не подходит. Попробую эту головочку. Так вот. Затянуто как хорошо. Здесь у меня головка под квадрат 1,2 до сюда доходит, а здесь она мне не заходит. Я сейчас немножко болгаркой доработаю ключ. И будет усилия гораздо больше. Все, подточил. Теперь головка у меня сюда заходит. И открутили. Грани срезает, и все, хоть ты что делай. Ну а теперь откручиваем вот эти 4 болта, которые у нас соединяют. Эту сторону просто разъединяю, а здесь подстукиваю, подшипник сходит. Все. Ну, здесь бить не нужно, здесь нужно выдавить. Сейчас доберемся до него.
Все. Беру большой подшипник новый, 90099, 10219. Подшипник, который мы заказали, с Лексуса, подобный двигатель, он больше диаметра, сюда он не подходит. Замерил этот подшипник, внутренний диаметр у него 17, наружный 47 и ширина его 14. Меняю только щеточный узел, а здесь собираю обратно все. Дальше уже не полезем, не будем делать. Хорошо, что хоть подшипники у нас живые. Не пришлось бежать, сломя голову, искать подшипники. Возьму эту гайку, немножко втулку осажу, чтобы потом поставить удобнее было. Все. Пришла осень, ветра, дожди, а где-то уже снег. Подтягиваем равномерно. Здесь старый след остался по старому следу. В принципе, даже можно это сделать без ключа, а потом чуть-чуть подтянуть. Перетягивать не рекомендуется, потому что лопнет крышка. Он равномерно сел, подтянулся. Затягиваю также обратно ключом. Собью вот этот нагар. Внутренний коллектор выглядел живее, а выработка на нем на внутреннем больше.
это. Все, сдую сейчас. Берем новые щетки. Номер у щеточек 27-370-58-460. Щетки идут сразу зафиксированные держателем. Устанавливаем их. Закручиваем. И только после этого выдернем фиксатор. А вот теперь выдергиваем фиксатор. Все, щетки у нас выскочили. Если здесь показать по месту, как это происходит. Многие щетки ломают только из-за того, что не знают, что сзади есть место под фиксатор. Вот он, заводим. И вот оно окошко, в которое заходит ответное. Все, как у новых было, щетки утоплены. И когда мы их устанавливаем, выдергиваем, они у нас выходят. Но там они выходят гораздо больше. Новые щетки выходят где-то вот настолько. Ставим изолятор и ставим на место крышку. Все. Генератор у нас теперь в рабочем состоянии. К сожалению, подшипники заменить не удалось. Идем устанавливаем. Ну и вот сам механизм натяжителя. Болт дальше не крутится. Видно, вот грязью все забито. Я сейчас его почищу, откручу, смажу, чтобы удобнее было потом его устанавливать. Выкрутил я этот квадрат, крутился до самого последнего туговато, мечиком взял, прогнал резьбу, болт почистил, закручивается теперь легко. Ну и смажу его заодно. Смазочкой смазал, наживляю назад, и можно уже будет устанавливать генератор. Завожу на место генератор. Также крутим, вертим, какая сторона у нас легче пойдет.
оживляю верхний болт. Болт наживил. Теперь наживляем нижний болт. Квадрат идет отверстием вниз. Очень это сделать неудобно. Все, квадрат я наживил. Теперь одеваем на место ремень и натягиваем вот этот болт. Ну, перед этим накину на место проводку. Выравниваю это ухо, которое подгибал, когда вытаскивал генератор. Одеваю клемму и закручиваю гайку. Одеваю колпачок резиновый на место. Одеваю и защелкиваю разъем. Одеваю на место фиксатор проводки. Все, у нас генератор подключен. Накидываю ремень. Ремень здесь не длинный, поэтому проблем его накинуть нету. Снизу коленвал, кондиционер и сверху генератор. Все. Насколько сейчас натяжитель позволяет его опустить вниз, что ремень спокойненько. Не надо никакого усилия, одели, накинули. Вы уже можете его поднять и натяжитель вот этот открутить. Дальше я его не натягиваю. Теперь зажимаем нижний болт. Все, сильно его затягивать до безумия не надо. И также затягиваем верхнюю головку на 14, болт головкой на 14. Можно попробовать запустить, но перед этим оденем клемму минус. Все, запускаем. Ну, на этом все. Зарядка у нас идет. Напряжение пока не мерим. Щетки перетрутся.
И на этом замену счета в генераторе я закончил. Всего вам доброго.